Привет, друзья! Вы на канале «Я американец. Иммиграция в деталях». Сегодня мы отправляемся в Филадельфию. Офис DHS, Department of Homeland Security, как правильно переводится. И там мы будем получать иммиграционную форму I-94, так называемая White Card, Asylum Granted, те, кто получил убежище. Вот это наш небольшой апарт-комплекс, где мы сейчас живем с моей семьей. Моя служебная машина. Немножко вас покружу. Как мы здесь оказались? Я познакомился с одним парнем в Detention Center. Он из Венгрии. И у него в Харрисбурге он является хозяином бизнеса, клининговая компания. Вот. У нас были очень хорошие отношения. Он мне сказал: выйдешь, я тебе дам работу, машину, помогу тебе снять жилье. Вот мы живем здесь сейчас. Все апартаменты нам обходятся в $1080, включая все коммунальные услуги, газ, вода, электричество, не включая интернет. Интернет мы еще не подключили. Вот. Экскурсию по жилью я вам проведу позже, а сейчас вперед, мы отправляемся в Филадельфию. Друзья, это даунтаун города Харрисбург, это столица Пенсильвании. Мы находимся на пути в город Филадельфия, офис DHS. Здесь мы будем сейчас получать I-94. Гранд Асайлум. Попробую снять что-то внутри, если получится. 11. Encounter number 7. Número de turno D 11. En el número de mostrador 7.